В первой школе Рыбинска прошли дебаты, которые определят ее будущее. Ученики представили ряд проектов, которые сами разработали и надеются воплотить в жизнь. Прозвучали самые разные идеи – от ремонта помещений до создания новых площадок для занятий спортом или даже школьного кинотеатра. Проект-победитель будет определен с помощью общешкольного голосования, которое пройдет 15 ноября. Тогда правительство региона направит 1 миллион рублей на реализацию наиболее популярной идеи учеников в рамках губернаторской программы школьного инициативного бюджетирования. Она существует чисто по наказам наших школьников. То есть школьники сами выбирают, что им делать, как им делать, как им голосовать. Во-первых, это первое и самое главное – это объединение и решение школьников самим помочь своему учебному заведению. Это свой продукт, да, это своя мечта, которая будет реализована. И она, конечно, по-другому будет восприниматься самими детьми, самими учащимися. Чтобы не за них какие-то дяди или тети принимали, да, или чиновники, или депутаты. Нет, непосредственно сами ребята, сами осмыслили и сами проголосовали, приняли решение. А мы уже дальше будем исполнять.